У нас эта идея зрела около 3 лет, и надо было подобрать момент, когда половодье уже чуть-чуть началось, но снег еще не сошел. Идея была сплавиться в снежный сезон. Как и предупреждали метеорологи, в выходные 26-27 марта 2022 года в столичном регионе резко испортилась погода. Ну и вот мы подобрали такой день, 27 марта. Оказалось, что было штормовое предупреждение. На северо-восток Европейской России ворвался активный североатлантический циклон, который и стал причиной ненасти. Мы об этом узнали только в машине на обратной дороге. Но уже договорились, надо было сплавляться. Но самым неблагоприятным и опасным фактором стал сильный и порывистый ветер. Его скорость в порывах местами достигала 24-26 метров в секунду. Перед слышим Глеба, как раз возле Балгоша, дача, это его домашняя речка. И он уверенно говорит, что Балгоша еще не готова для сплава, чтобы отморозить там яйца. Отличная острота, острая острота. Мне очень нравится. Воды в реке, ну, наверное, еще сантиметров 50 может спокойно до половодья добавиться и больше. Ну, вряд ли метр. Ну, вот. Ну, может быть, вот сок еще вот не хватает. Но, в принципе, река проходима, все нормально идет. Правда, вот ветерок сильный, вот там на мыске стояла лодка, я из нее вещи выгрузил, воду вылил. Ветер дунул, ее сдул к чертовой матери в реку. Очень забавно. Лодки обледенели, весло примерзало к штанам, когда касалось их на секунду отдыха, когда выходили. То есть весело. Мы прошли вторую трубу. Вот, впереди сейчас будет мост, за ним потом начнутся такие хорошие шиверки степановские эти. Вот, а потом мы дальше пойдем до конца, чтобы на станцию турист попасть, короче. Ну еще много, еще много. Вот у нас с Павлом на двоих 5 яиц. Сейчас посмотрим, замерзли или нет. Вроде нет. Зимний водный туризм. Сейчас могли лыжников встретить. Что-то вот. А кстати, еще вот посмотрим, там впереди горнолыжные курорты. Сегодня воскресенье. В Степаново там катаются. Моря свой уходит рака. Северный ветер.
У кого соски замерзли? У кого соски? У нее сосочки-то замерзли. Не открыть. А ты как водила, пописай на них. Финиш! Яйца не заморозили, но намочили. Это слово. Отлично все. Смотри, замерзнувший, Петь. Там то же самое у тебя. Я знаю. Думаешь, поможет? Ну, а, собственно, выбор-то у нас. Только потом писать не очень хочется. Писать на лодку-то, да? Вот, есть такое дело. Открыл. Открыл? Это есть и такое дело. Отлично. Есть такое дело. Отлично. Гениально. Мы сегодня проявили чудеса силы, ловкости, гибкости, смекалки, изобретательности, сообразительности, стойкости к погоде, чудовищные морально-волевые качества на маршруте. Одного нам не хватило. Ума остаться дома.